в общем, я езжу, отдыхаю, кайфую. Забрались мы в дальние дали. Класс. Класс. Сигналов куча, блин. Все, что хочешь. Пластика лезет. Все лезет. Любомир, прием. Прием, прием. Чувак, я четвертого нашел. А я перебрался через бобровую плотину и вышел, увидел вот такой вот кусочек перепаханного поля. Переход был, конечно, мрачный. На мне куча всяких, я не знаю, жуков, пауков. Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Тот редкий случай, когда я не за рулем, а мы поехали копать на другой машине, на чужой, не на моей. В общем, я езжу, отдыхаю, кайфую. Забрались мы в дальние дали. Такие дальние дали, что сюда просто, ну, не то что заехать, сюда зайти пешком нереально. Нам еще пройти километра два, наверное, нужно от этого места. Мы сейчас, в общем, обедаем, пьем водичку, берем водичку с собой и отправляемся в нужное нам место. Будем там ходить. Были там ребята на этом месте, куда мы идем копаться, несколько дней назад, очень хорошо откопались, но они походили буквально недолго. Я надеюсь, что там будут какие-то интересные находки, потому как место не сильно знанное. Его вот только недавно нашли в разведке, ну и мы, можно сказать, туда выйдем вторыми. Поэтому есть очень большие надежды, что будут хорошие находки. Ну, загадывать не будем, как получится, в общем. Мы обедаем, идем искать. Вы смотрите, будет что-то интересное, вы все увидите. Не переключайтесь. Друзья, добрались мы наконец-то до нужного нам места. Только вышел на поле, ну, отошел, не знаю, метров... Сколько тут? Метров 25, может быть, отошел от края. Первый сигнальчик. И смотрите, что мне вывалилось. Ложка, прикиньте, такая вот целенькая ложка, не серебряная, но все равно целая, прикольная, заберу домой, пускай будет находочка вот такая вот. Идем искать дальше, смотрите, будет что-то интересное, вы все увидите. Друзья, недалеко я отошел от ложки, ну метров 15, наверное. Есть у меня динарик, сейчас я вам покажу. Ветер страшный, я не знаю, как меня будет слышно. Сигнальчик такой был, ну просто замечательный. Смотрите. Кто такой? Троянчик, по-моему. Да. Троян, друзья. Динарик. Тут земля такая, не совсем такой черный чернозем. Ну... Такая вперемешку, как с песком каким-то. Вот смотрите, видите, белые пятна, выход породы. И находочка. Класс, просто класс. Сейчас зафоткаю в Инстаграм, выложу. Кто не подписан на Инстаграм мой, подписывайтесь. Иду искать, друзья, дальше. Смотрите. Друзья, ветер просто страшный. Я не знаю, как меня будет слышно.
Такое ветруганище, что просто капец. Пришлось одеть кофту. В общем, есть у меня еще один динарик. Пацаны выкопали несколько фибул. Крестик нашли по Руси. Находки идут. Копаемся мы, ну, минут 15, наверное. У меня ложка и второй динарик. Блин, представляете? Сейчас я вам покажу. Вот с этой вот ямки глубина где-то пол штыка, наверное. Есть еще один, друзья. Блин, сейчас от ветра отвернусь, потому что дует так, что просто капец. Пи, по-моему. О, легенда ничего такая. Класс. Класс. Ходим, гуляем. Перепашка не самая лучшая, я вам хочу сказать. Но это Любомир там ходит. Не хочу показывать место, сами понимаете. Находки есть. Нужно шифроваться. Динарик, динаричек, динаричек. Попался второй. Денек меня начинает определенно радовать. Класс. Класс. Сигналов куча, блин. Все, что хочешь. Пластика лезет. Все лезет. Блондиночка моя. Молодец. Выгребает мне всю мелочевку. В общем, закапываем ямки. И идем искать дальше, друзья. Смотрите, не переключайтесь. Будет что-то интересное, вы все увидите. Друзья, со времени последней находки прошло минут 15, наверное. Я прошел 5 рядов вперед-назад. Двигаюсь к краю поля. Видите, почти до края дошел. И есть у меня еще один динарик. Сейчас я вам покажу. Пацаны тоже что-то копают. Я потом подойду к ним и все посмотрим. Смотрите находочку. Друзья, сигнал был просто бешеный. Он сверху лежал. Я его ногой сгреб землю. Ну вот, динаричек. Троян, по-моему, или кто это? Зализанный. Легенда интересная какая-то. Чувак со щитом. Кто такой? Блин, я не знаю, кто это. До. Блин, не знаю. Ребята, знают, что за динарик? Пишите в комментариях. Будем вместе разбираться. Легенда интересная. Блин, понятия не имею, кто это такой. Двигаюсь я вот так вот по краю поля. Там подсолнух дальше растет. Там тоже было. Но его еще пока мест не убрали. Уберут, мы туда обязательно заедем. Двигаюсь по краю поля. Хочу вот этот вот бугорочек обойти. Вот этот вот. Сейчас попробую этот бугорок обойти. Ребят, третий динарик. Копаю, наверное, час времени. Поле определенно радует. И перепашка, она не самая лучшая. Я вам скажу, такие брылы валяются. Но это место никто не знает, кроме нас. Поэтому я надеюсь, что это не последний динарик, который я сегодня найду. Ну, в общем, иду искать дальше, смотрите. Хожу, друзья, я все так же возле края поля. И есть находочка. Думал пластику не снимать, но это интересная фибулка вывалилась. Смотрите, какая прикольненькая. Блин, ветер такой на поле, просто жах. Я не знаю, как там меня будет слышно, но снимаю. Классненькая. Тут такая бубочка. Красивая. Фибулы, как они их делали, я все равно не понимаю. Был же какой-то там у них мастер фибульных дел. В общем, беру. Беру, иду искать дальше. Хочу дойти до края поля и буду сдвигаться в эту сторону, потому что сзади несколько рядов я выходил. Буду сдвигаться дальше и пойду вот так вот повыше, повыше, повыше от края.
Смотрите, не переключайтесь, будет что-то интересное, вы все увидите. Друзья, иду к Любомиру. У него есть интересная фибула. Такой ветер, что капец. Как тебе моих три динарика? Молчу, без комментариев. Молчи, молчи. О, вельбарская. Ну, она так называется. Вельбарская фибула. Сейчас вам как-то ее покажу. Ну, прикольная, я тоже прикольную фибулу выкопал. Хочу глянуть, сейчас тебе покажу. Держи, сейчас я найду карманчики. Сигнал. Блин, у меня полный карман. Как тебе сигнал? Сигнал шикарный. Все между ямок. Блин, где она? Найти тяжело. О, нашел. Смотри, какая. Красотуля. Скажи, такая с бубочкой на конце. Классненькая, правда? Да, супер. Место здесь шикарное, будем выхаживать. Находки есть, надо искать. А, вилку и я ложку нашел, смотри. Прикольно, первый сигнал на поле только вышел. Сразу бац и есть, короче. Можно, да, да, я читал там. А плюс написано. Можно еще и подровнять и это. И пойдет в хозяйство, да. Че нет. Хорошие ложечки с нержавейки. Ладно, идем. Идем дальше копаться. Местяк просто шикарный. Надо ходить. Идем искать, друзья. Смотрите. Хожу, друзья, я все там же. Ходил я вот в этой вот ложбине. Вот пробивал вот этот бугорок и начал смещаться сюда, дальше в середину поля. Есть динарик у меня. Еще один. Еще один, друзья. Динаричек. Ой, какой хорошенький. Какой хорошенький. Адрианчик, что ли. Ой, легенда классная. Очередной динарик, друзья. Блин, коп. Мне реально нравится. Просто класс. Четвертый. Сейчас коробочку свою достану. Четвертый, ребятки. Вот еще три. Крутяк. Крутяк. Красавчики. И все такие симпатичные. Класс. Попадается пластика. Кусочек выкопал я. Лучик. С крестика. А, вот керамику вам же хотел показать. Вот такая вот здесь керамика. Есть вот такая вот толстенькая, серенькая, тонкая, толстая. И динарики мои. Сейчас зафоткаю их всех вместе. Такой будет нормальненький портретик. А Любомир ходит вот там вот. Сейчас его найду. Вот он. Выхаживает другой бугорочек. Тоже у него есть интересные находки. Сейчас ему по рации скажу. Любомир, прием. Прием, прием. Чувак, я четвертого нашел. Прекращай уже. Давай, давай, ходи медленнее, будут динарики. О, сигнальчик у него, сейчас что-то выкопает. Железяка какая-то, я уже отсюда слышу по звуку. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Я пошел искать дальше. We'll be right back.
Находим, друзья, все там же. С момента находки четвертого динарика как-то стало грустно вообще. Вообще, такое чувство, как будто поле стало пустое. Но есть находочка. Правда, не то, что надо, но все равно находочка. Пятнашка вывалилась, щитовичок. 30 какой там год. Сейчас от ветра отвернусь. 32 год. 15 копеек, ранние, очень ранние советы. Сейчас, наверное, куда-то будем переезжать. Что-то тут стало грустно. Сейчас зачистим вот этот вот уголочек поля еще недохоженный. И перейдем дальше в разведку. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Будет что-то интересное, вы все увидите. Друзья, Любомир пошел к машине. А я перебрался через бобровую плотину и вышел, увидел вот такой вот кусочек перепаханного поля. Сейчас попробую здесь походить в разведке. А он сейчас заберет машину и переедет сюда. Переедет сюда, в общем, попробуем здесь. Глянем, в общем, разведка у нас. Глянем, что на этом перепаханном кусочке. Там за этим кусочком еще следующий идет кусочек перепаханный. В общем, походим, пробьем эти места. Если что-то будет интересное, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Друзья, вышел только в поле. Смотрите, сразу же нашел кусочек керамики. Сейчас попробую здесь походить с приборчиком. В общем, смотрите, это хороший знак. Значит, нужно здесь искать. Выхожу с прибором ходить, в общем. Третье поле, друзья, в разведке. За мной еще два таких вот длинных пая. Вот такие они идут. Мне сейчас надо перебраться через вот этот вот ручей и попасть туда на перепашку. Значит, что здесь? Здесь есть керамика по Руси. Выпал бубенчик. Товарищ нашел. Выпала пряжечка Киевской Руси тоже. Но находок очень мало. Пойдем дальше в разведку. Сейчас переберемся через этот ручей. И попробуем с той стороны на этой перепашке, которая за моей спиной, походить. Вопрос только в том, как перебраться. Ручей очень-очень зарос. Сейчас будем искать, в общем, какие-то выходы, входы. Попробуем перейти. Значит, вот этот вот ручей, который нужно перейти. С той стороны идет одна перепашка, вторая. И по третьей ходит Любомир, идет нам навстречу. Сейчас будем искать какой-то выход, как тут пройти. Я думаю, может быть, нам его с той стороны где-то обойти. Но очень далеко придется шагать. Что нужно вот здесь идти, туда наверх подниматься и где-то там аж искать переход. Попробуем проломиться через вот эти вот кусты. Друзья, принято было решение проверить еще вот эти два бугорка. Чем мы сейчас займемся. Проверим и будем переходить на ту сторону. Ветер просто капец. Не знаю, что вам там слышно. Надеюсь, вы что-то услышите. Друзья, ломимся мы через вот такой вот... Через вот такие вот ручей течет. Капец. Пройти, ну просто нереально. Посмотрите, что тут творится вокруг. Просто жесть. Сейчас идем. Идем дальше. Сейчас я рюкзак одену. Нормально, блин. Фу. Беру прибор. Начинаем проходить. Это просто жесть. Такая жесть. Не пролезть вообще никак. Куда тут идти? Еще борщевик растет. Куда ты шел здесь? Представляете, как приходится пробираться через вот эти все ручьи. Просто жесть какая-то.
пройти. Вот смотрите, ну как тут можно пройти в этих чигирях? Пригинаешься и идешь. Все, вышли, вот уже поле осталось метров 30 пройти, и я буду на поле. Два выше моего роста. Блин, борщевик растет. Вот это с этой штукой нужно быть очень аккуратненьким. Это такая нехорошая херня. Крапива, блин, выше человеческого роста. Сейчас. Все, друзья, перебрались через ручей. Переход был, конечно, мрачный. На мне куча всяких, я не знаю, жуков, пауков, клещей, наверное, нацеплял тоже. Фу. Перешли. Хочется сесть отдохнуть. Но отдыхать некогда. Надо идти в разведке дальше. Там нас ждет, вот там вот дальше за бугром нас ждет Любомир. Сейчас свяжемся с ним. Любомир, прием! Не ловит рация, наверное, за бугром. Прием, Любомир! Не берет. Сейчас выйду наверх. Сижу с ним, спрошу, что у него там. Блин, на мне куча всяких колючек, всякой фигни. Ладно. Пробиваем вот это поле. Смотрим, ищем керамику. Сразу ходим с прибором, смотрим, какие есть находки. И двигаемся дальше. Вот там вот за моей спиной течет речка. И такие притоки в эту реку впадают. И мы идем по этим притокам, пробиваем это все в разведке. Одно поселение есть, на котором я выкопал 4 динарика. Хотим еще что-то найти. Русь нашли, но она какая-то жидкая. Пару находок было, но... В общем, идем дальше в разведке. Что-то будет интересное, вы все увидите. Друзья, прошел я это поле. От начала до конца. Ничего здесь нету. Вот на той стороне была Русь. В общем, идем дальше. Здесь у нас... Сырня. И за сырней дальше идет еще одно, еще один пай паханый. Сейчас попробуем его пробить тоже. У меня печалька случилась. Посмотрите, что случилось с моими ботами. Им просто пришел трындец. Трындецок. Придется выкинуть. Но не страшно. У меня есть еще одни. В общем, не расстраиваемся. Идем дальше. Сейчас пробью еще вот это вот местечко. И где-то мы тут уже должны встретиться с Любомиром. Где-то он здесь должен ходить. Тут плавный такой идет. Вон к речке. Сейчас попробуем посмотреть, что у нас здесь. Там, где только что ходил, керамики нету. Пока иду, кстати, смотрю под низ, под ноги, может, что-то увижу. Очередное поле, друзья. Очередное поле. Обращаем внимание на дымовые пятна. Когда идете в разведке, смотрите, белые глиняные пятна на полях должны быть. Ну, тут характерных нету. С той стороны, вон, смотрите, это не домовые. Вот видите, несколько пятен есть. Это не домовые, это выход породы такой. Домовые немножечко другие. В общем, ладно, сейчас пробегу здесь быстренько. Посмотрю, что здесь. И туда вот дальше где-то
вот туда дальше выйду, там Любомир где-то должен быть. Будут какие-то находки интересные, или что-то будет, или керамика, я вам все покажу. Разведка, друзья, она вот такая вот. Друзья! Что? О, вышел на связь. Где-то мы Любомира потеряли. А ты где стоишь? За тем горбом, на котором я ходил. Внизу? Что? Внизу стоишь? Да, да. Все, давай, мы вот сейчас сверху с горба будем спускаться, тебя увидим. Вышел Любомир на связь. Друзья, еще одно поле осталось позади. Впереди еще одно, но по нему ходил Любомир. В общем, разведки мы прошли километров, наверное, сейчас я вам скажу примерно, километров, наверное, 5 мы прошли в разведке. По ручью проверили, раз, два, три уса, которые впадают в реку, и ничего интересного в принципе не нашли. Какая-то маленькая русевая стояночка была, а вот следы Любомира уже вижу. Какая-то маленькая русевая стояночка была, но это все, о, вижу. Видишь его уже, да? Так, сейчас спускаемся вниз, садимся в машину и будем переезжать. Есть еще у нас один секретный интересный местечок. Недалеко он здесь находится, поэтому мы попробуем туда быстренько добраться, пока не стемнело. Ладно, друзья, приедем на место, я вам все покажу. Такие места шикарные. Ну что тут не селиться, скажите? Чё, река, чернозем, высота, но нету никого, но проверять надо. Ладно, едем дальше. Переехали мы, друзья, на новое место. Та разведка, по которой мы прошлись, нам ничего не дала, но все равно мы проверили ручьи, притоки. В общем, место можно вычеркивать из списка. Это Любомир там ходит на холме. Друзья, я отошел от машины, сейчас вам покажу, метров 30, где там, вон машина стоит наша. Второй сигнальчик, первый был, сейчас вам покажу, первый был проволочка, вот здесь вот выкопал, второй сигнал, смотрите, мы здесь очень славно копали, поле такое, стояла пшеница, ее частично сожгли. И такой классный, твердый, влажный грунт. Есть у меня динарик, друзья, пятый. Пятый динарик. Кто такой? Не знаю, какой-то император. Бляха, ветер мешает. Фу, пыли куча. Мешает снимать. Не знаю, кто это, сейчас Любомиру скажу. Рация. Любомир, у меня динарик есть. Я с тобой не разговариваю. Все, он уже со мной не говорит. Смотри, у нас находки были чуть-чуть ниже. Ты вперед проходишь, и там вот этот вот скос. Вот там вот на этом скосе у нас были находки. Да-да, вот правее только чуть-чуть. Да, и Артем здесь, кстати, нашел золотую заготовку. Поле шикарное, поле очень интересное. Будем ходить. Пятый динарик, друзья. Супер-мега-коп у меня сегодня. Я не знаю, сегодня мой день. Ладно, идем искать дальше. Это Любомира собака бегает вместе с ним. Она с нами
уже последних два раза выезжает копать. Ладно, друзья, идем искать дальше. Я сейчас буду проходить вот этот вот бугорок. Вот на самом скосе этого бугорка у нас было больше всего находок. Пойду там похожу. И вот на вот этом вот бугорке тоже у нас были находки. В общем, будем тут ходить. Смотрите, не переключайтесь, будет что-то интересное, вы все увидите. Ходим, друзья, мы все там же. Любомир, вот там вот он. А у меня, смотрите, есть находочка. Хотел вам показать. Смотрите, такую мелочевку тоненькую выгребает блондинка. Иголка с фибулы разогнутая. Ну, вот такое вот. Вот такая вот находка. Ничего особенного, но сам факт, что такую вот мелочевку тоненькую может найти. Сигнал, кстати, был очень хороший. Ладно, кручусь я на вот этом вот горбочке. Здесь попадались динарики. Хочу здесь походить. Один динарик я нашел возле машины там недалеко и плавненько пошел сюда. А Любомир обхаживает тот горбик. В общем, походим, посмотрим, друзья, будут какие-то находки, вы все увидите. Друзья, посмотрите на этот прикол. Вот я выкопал одну иголку с фибулы. И вот вторая. Прикиньте. Вот это прикол. От ветра развернусь. Еще одна иголочка. А где же спинки? Повыкапывали уже, наверное, все. Интересно, интересно. Покручусь-ка на этом горбочке. Тут, кстати, не копано. Если там справа еще ямки есть, то здесь нету. Похожу здесь, поищу, в общем. Смотрите, будет что-то интересное. Вы все увидите. Ну что, друзья, солнышко уже зашло за горизонт. Вот там вот оно село. Будем и мы заканчивать наши сегодняшние поиски. Хочется подвести итоги. Я сегодня, конечно, отличился лучше всех. Я не знаю, сегодня, наверное, мой день. Хорошо откопался. Причина этому всему получилось так, что мы попали на место, которое нашли в разведке. И оно дало динарики. Что хочется сказать, друзья, занимайтесь разведкой. Разведка – ключ к успеху для того, чтобы накопать чего-то интересного. Потому как все места уже так изрядно выбиты, и ездить по одним и тем же точкам не представляется просто, ну, нет просто никакой там необходимости по ним ездить. В общем, накопал я 5 динариков, несколько фибул. Ну, круто, круто, я доволен. Хотя я доволен был, скажу, первыми тремя, наверное. Потом оно уже пошло как по накатанной. Но все равно хорошо. Хорошо откопались. Пацаны тоже что-то накопали. Еще ходят, ищут. Любомир далеко вообще ушел. Я иду к машине. Я уже накопался и чуть таху подустал. Находки вы мои видели. Показывать, доставать уже не буду. В общем, что еще хочется сказать? Месяц такой красивый. Что еще хочется сказать? Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Любомир вызывает. Прием! Сейчас, секундочку, друзья. Прием, прием. Ты меня услышал? Не, не услышал. Что у тебя там? Буду начинать снудеть. Погнали домой. Ну, мы уже идем к машине. Можешь тоже подходить. Окей, сейчас буду. Все, давай, конец связи. Вот и Любомир уже тоже идет к машине. Будем и собираться ехать. Друзья, ставьте жирные лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции интересные.
Всем удачи, всем пока. Переехали мы, друзья, на новое место. Та разведка, где мы прошлись, ничего нам не дала, но мы все равно проверили речку, проверили. Да что я говорить не могу? Но все равно мы проверили ручьи, притоки. В общем, место можно вычеркивать из списка.